Тяжелые времена для фермеров. В этом году российский рынок фруктов для них почти недоступен. Власти не заключили с Москвой договор. Noi nu avem ce să facem cu dânsele și suntem foarte tare disperați, deoarece a fost un an de muncă foarte tare multă, care a fost în zadar. Наталья Балта из села Орёния Штудандюшанского района жалуется, с реализацией слив большие проблемы. Инвестиции sunt destul de mari, dar încă nu am scos niciun leu. Инвестиции были довольно большие, но пока не вернули ни одного лея. Урожай даже не собирали. Рынка сбыта нет, все пропадает. Слива уже 2 недели как поспела и остается на дереве. Покупателей практически нет. 60% продукции потеряли. Упавшие плоды уже нигде не продашь. Фермер возмущена, что власти не оказывают никакой поддержки аграриям. Авторитеты не состоят, по симплу, и... Власти бездействуют, на любой вопрос отвечают: выращивайте меньше или попробуйте продать на внутреннем рынке. Я очень разочарована. Отказалась ехать на заработки за границу, надеясь построить будущее дома, а тут такое. Виктор Пашкай выращивает яблоки. Проблема та же – отсутствие рынка сбыта. В этом году ничего не продается. У меня яблоки – настоящее золото. Обрабатывал их, опрыскивал, они чистые. Химикаты дорогие, больше 140 тысяч ушло. И это не считая солярки, она тоже дорогая. Чтобы вернуть часть затрат, фермер вынужден отдавать яблоки по очень низкой цене на переработку для изготовления соков. Продавать негде, отдаем на сок по одному лею 20 банов. Никто не хочет их брать, хоть немного. Говорят, что еще подешевеют, так что и собирать нет смысла. Надо брать в банке кредиты. А как брать кредиты, если нет будущего и никакой поддержки? В Министерстве сельского хозяйства нашему телеканалу сообщили, что в коммерческие отношения между экономическими агентами не вмешиваются.